Ладно, промолчим. Просто промолчим. Ну просто аванпост есть, я увидел. Надо бы его захватить, я думаю, да? Что, мы поняли то, что нельзя открывать прямо перед землей костюм крыло? Блин, а Мишаня никого не удивит, который здесь бегает? Фак. Хотел брать вышку. А, тут не одно сетрое сигнализация, понятно. Ладно, понятно, до свидания. Пошла в мясо. Зашибись. А, это собачка взорвала все, что ли? А, Мишаня? Мишаня, работай! Мишаня! Мишаня, хорош! What the fuck? Да твою мать! Чё всё взрывается-то? Мишаня просто разрулил ситуацию! Снова! Не-не-не-не-не-не-не. Так. What the fuck? Ладно, хорошо, я понял. Надо смотреть назад иногда. Эти чуваки просто пропустили. Я вот не понимаю, вот этот контрол горит. Надо типа зажимать или нажимать? Чего? ЧЕГО?! О май гад, я понял этот бред. Забейте. Найс, хорошая игра. Миш, стой! Бей его нахер! Понятно. Не простреливается один. Чувак остался. Смотрите, он как еще летает. Специально скотина жопой летает, чтобы в него не попасть было.
Америка! Фоки! Фоки, you fucking fuck. О! Ты что-то сделал, да, видимо? Блин, битвы в этой игре, ну, совсем уже обсосные пошли. Бегаешь просто между двух чуваков и пытаешься, как бы, их спасти. Pretty sure I saw three of them on the rooftops around here. Take some explosives and blow them to hell. Тут игру прислали в подарок. Доп задание. Тут что-то есть не сюжетное, хрена себе, прикиньте. Так, а смысл доп задание вообще выполнять? 100 очков сопротивления, серьезно? Ну, если только совсем-совсем по пути. Тут есть вертолетный магазин. Это же просто офигенно. Так, где он? Или это не он был? А, фак, я был не тут, твою мать. Нет, вот он. Так, хорошо, уничтожь спутниковые. Где эти? Может, они рядышком-рядышком? Прям вообще рядышком-рядышком? А, не совсем рядышком. Окей. Хорошая игра. Хера! А, братан, свали отсюда, пожалуйста. Проблема. Упс. Неплохо. Все взорвал в итоге. Идеально. Нельзя как-то? Понятно. До свидания. Рип. Он стал blow me? Окей, нормально. Так, я полагаю, они идут, потому что здесь эти спутниковые вышки, да? Если я правильно понял. RLS Comi. Что? А, видимо, это ключ от какой-то херни. Лол, еще минус один, что ли? Охереть просто. Вертолеты, знаете, у них просто... Вертолеты так просто, они типа есть. Окей. Смогу, нет. What the fuck? Да вы что, серьезно, что ли? Миша упал. Я не знаю, пусть она его поднимает. Я сам упал. О май гад, она тупая. Она не может прийти ко мне. Плиз, чувиха. Она не может прийти. Она тупая. Она до ужаса тупая. Она не может прийти. О, она пришла. Найс. Nice.
gunning for him. Мишаня! Мишаня, как ты упал-то, блин? Я, конечно, понимаю, что ты не можешь воевать с вертолетами. Не-не-не. Тебе надо быть защитником из этого потрясающего фильма. Он такой, чё, в смысле, я спал? Какие настроечки, ультра. Так. Зачем ты это сделал? Я пытался спрыгнуть с горы, чтобы полететь вперед на этом костюме крыле, но он открывается 300 лет. Может, здесь получится. Да вы серьезно? Да пошло все в жопу! Серьезно, ты просто жить маразм какой-то пошел! Можешь мне открыть этот гребаный костюм крыло, а не лететь 500 метров перед тем, как сдохнуть? Пошло все в жопу, серьезно. Это уже идиотизм какой-то нахер. Прыгаешь со скалы нахер, тебя внизу еще одна скала, потом еще одна скала, потом еще одна скала. Нахер нужен костюм крыло, если ты не можешь спрыгнуть с ответственной скалы и полететь вперед, блин. Можно еще здесь сдохнуть? Нет, спасибо. Так, надо где-то найти спрыгнуть, чтобы бляха-муха вообще ничего снизу не было. Здесь нельзя. Может, здесь можно? Вот я здесь пробую. Наконец-то, боже ты мой. Обосраться. Вот это я идеально прилетел. Фьюф! Окей, а то думал опять... Фак, да есть, действительно. Учить сирены нет, бла-бла-бла. Одномоторный легкий вертолет с невинтом хорошо показался в корейской войне, неплохо продавался после ее окончания. В смысле, здесь есть оружие на них? Вот здесь. А вот на этом есть? Кстати, а какого хрена я в том блокпосте, точнее, в инпосте не отыскал, не стал искать... Я потом туда вернусь. Я потом туда вернусь и отыщу там все. Я прямо сейчас вернусь. Там, скорее всего, есть сейф, который я не отыскал, да? Я полагаю, это они отмечают что-то, да? Так, где тут можно сесть-то, блин? Изи. Взлетать будет легче простого. Так, сейфы, 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 сейфы. Сейфы, сейфы, сейфы. Нема, там уже крыша. Ну, видимо, нету. А, нет, я еще вот здесь вот не был. Или здесь тоже нету? Понятно, до свидания. Зря я сюда вернулся.
spot it now. Same deal. Reach the top and mess up the jammer. Ой, нормально. Мишка, ты чё? По-моему, прикольно. Давайте поваляемся. Ау, ау. Почему он еще начал меня атаковать, аля? В лучших традициях. Лол, чизбургер взорвался. Да ты серьезно? Почему меня сзади кто-то стреляет, аля? Окей. Я полез. Блин, Мишаня. Мишаню порвали. Да, на самом деле, как бы... Что вот этот траур, типа, даст людям, которые, кто потерял семью? Ничего же. Easy. All right, that did it. Give me a second. Okay. Third jammer's on a truck. South. It's on the road south of you. You might have time to set up an ambush if you hurry. Какого хрена она? Слышь, ты верни, алло, гараж! Хрена себе, слушайте. Серьезно, так можно? Погнали! Как салага нифига не боится, а чё бояться-то? Они это умеют? Она просто взяла такая бой вертолет. Умная, блин. Что она тупая немножечко. Можно мне за руль? Да пошла ты в жопу, харе! Почему она садится? О май гад, искусственный интеллект просто тупой. О май гад, давай еще раз бей вертолет, да. Так, пришло время выходить. О, найс, она прям поставит вертолет прямо здесь. Давай садись. Она улетела, что ли? Она просто взяла и улетела. Get ready. It's coming. Хера там тела полетели. Busy. See you around.
Братуха! Так, пусть она тогда меня довезет, я не знаю, там, до следующей точки. Так. Holy shit, надо вот сюда вот. А где у меня задание? Вот. Окей, погнали. Нам просто захватило вертолет и не хочешь из него выходить. Она не дает сесть за, как бы, мне за штурвал. Можно его убить? Фак. Так, жалко, что нельзя прокачиваться, пока она едет и так далее. Ну, в смысле, что времени не терять. Так, что тут еще есть? Вот я думаю, может быть, это поставить? Ну, тут есть более что-то полезное, наверное, да? Ваши машины чинятся быстрее, РПГ ускоряет перезаряжение, бла-бла-бла. Так, пэй-дробовики, ускоренная перезарядка. Так. Рыба устает быстрее, боже ты мой. Давайте это возьмем. Таки полезно будет. Я не хотел Брикса находить. Да в смысле? Куда она садится? Ты серьезно? What the fuck? Что происходит? Убер, твою мать! Ты решил тут это, я не знаю, подрабатывать где-то, что ли? По-моему, она хотела подсадить кого-то сюда, но вдруг как бы. Покидать область здания, там не насрать. Чего? Я даже не начинал это за... О май гад! Просто Ubisoft, вы такие днины! Вы просто днины! И у меня нет вертолета, да? Зашибись просто! Почему? Какого? Валяйся здесь, мразь теперь! Какого хера она вообще забрала вертолет? Что за. На! Какой даун это делал просто? Какого хера? Искусственный интеллект может забрать вертолет, который ты не можешь себе назад просто присобачить. Валяйся теперь, сдыхай, скотина тупая. Что за тупость просто какая-то? И валить теперь до туда полкилометра. Давай нахер. Соси член там лежи. Какой дебилизм просто. Почему я не могу сесть на место искусственного интеллекта? Я игрок... О, май гад, отлично. Просто... Я не знаю, это гений делал, серьезно. Ubisoft сидят гении. Хорошая игра, да. Давайте покупать все эти игры. Отличная игра. И ведь будут доказывать, что это отличная игра. Просто какое дно, охереть. Я даже... А, понятно. Еще одно потрясающее задание. Я понял. Телепорт? Телепорта нету к локации с вертолетами. Все равно в этой херне надо будет сидеть, господи, снова. Oh, you must be hungry. Did you know it takes 10 days for civilization to collapse? Yeah. You take away a man's basic needs and he will revert to his primordial instincts in just 10 days. That's a difficult thing to understand unless you've lived it.
Well, I was in Iraq during the first Gulf War. 82nd Airborne All-Americans. Hoorah! One night there was an ambush. And me and this guy named Miller got separated from the unit. No food. No radio. Nearest base, 200 clicks to the south, so we just started walking. Well, by the third day, I knew we were lost. Day six, ran out of water. You know what that's like, don't you? Difficult to swallow. On the seventh day, Miller's legs started going all wonky. Did you know your brain starts to eat your muscles in order to survive? That's why you're so goddamn skinny. And by the eighth day, the wolves were closing in. And I looked at Miller and I could tell we were as good as dead. And I accepted that. And in that acceptance came clarity. You see, I wasn't just looking at Miller. I was looking at an opportunity. And it wasn't something I wanted. It was something that I had to do. It was my test. You see, Miller's sacrifice wasn't about me walking out of that desert. It was about bringing me here. The weak have their purpose. You'll understand that soon enough. Знаете, вот они как бы увидели, что сделали люди в Far Cry 3, да? Пытались сделать точно то же самое, только в несколько раз больше. И это просто уныло. Я не могу их слушать просто. Сколько? Я за 6 часов их послушал уже раза 4. И каждый раз одно и то же. Просто... Времени меньше. Твою мать. Окей. Good. Call the herd. What the fuck, что это было сейчас? О, фак, зачем? Третий раз одно и то же. Вот это. Я не понимаю этого эпизода, как бы. Это типа, чтобы... Что? Only you. Hey, what about me? What about me? You aren't strong enough. The fuck? You have to get out of here before it starts again. Follow me. The fuck? А в прошлый раз его просто выкидывали из клетки, что ли, или чё? He knows you're ready to do it. Look. Trials. See? He's got it all planned out. One, two, three. One, two, three.
Big 1-2-3, Danny's got you. It becomes second nature, routine. He gets in your head. And you don't even realize it. You can't ever go back. Вы даже понимаете, что происходит? Я честно не догоняю. Его ловят, потом отпускают, потом специально пускают, или потом специально ловят. I've studied the route for weeks. It's the only way out. You'll be safe if you don't. They're gone! Find them! That's an order! Search everywhere! Move, let's go! Oh, no, not yet! Not yet! Oh, fuck! Fuck! No! 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 Sorry. Ну, выкинул меня. Я сейчас оказываюсь в какой-то жопе, да? Как я здесь оказался? Что происходит? Почему они не пытаются меня убить? О май гад. А, типа я упал на эту херню, и меня вывезли? Окей, ладно, хорошо. А, Джесс жива. There trying to get your friend Pratt back, but us whitetails could still use a hand. Anyways, you know where to find us. Talk soon. А, я убил гражданских. Бывает. Hey, Depp. Бывает. I don't know where you've been, but you should head on over to the crossroads where the grill streak used to be. They've got something up on the screen there you've got to see. They won't be needing anything now. Дробовик плюс снайперка, нормально. Я все равно не стелс. Не стелсю. У меня есть для стелса пистолет. Так. Где я оказался на этот раз? Вы чё, издеваетесь? А, вот здесь можно было переместиться. Окей, я не увидел. Окей, спасибо. Я в прошлый раз не заметил то, что там можно телепортироваться. Типа, заять. Серьезно? Логвинов уже сказал, что это лучший Far Cry за последние годы? Или вы это так просто шутите? Скажите, пожалуйста, что вы шутите. Так, пошла в жопу. Моего вертолета, спасибо. Даже ждать ее не буду. О май гад, наконец сгоняю на эту миссию. О, чизбургер можно призвать отряд. Наконец-то нормальный хоть человек есть. Да насрать мне на тебя, иди в жопу. Лол, печально. Просто шатал я это все, знаете во что? В одно дебильное место. Идет это нахер, серьезно. А еще мне нравится, если баба убивает, допустим, если напарник убивает, и ты перезаходишь в игру, то как бы напарник все равно остается дохлым. Или просто это баг, и мне нужно его заново вызвать. Нет, это не баг. Ее убили. Так, давайте пролетим подальше от этого отеля, потому что сейчас мне снова затриггерят задание, хотя я буду далеко-далеко от этого отеля. Чего вдруг вообще, я как бы сказал лететь бабе туда, она полетела вниз, начала опускаться. Как бы, что это? Почему? Михалычу доверять можно. Да-да-да. Серьезно, взять Михалыча и песика, и все. Изи. Тебя просто залижут. Засосут. Сорян, чат. Ну, блин. А, это просто жесть. Меня эти вертолеты так бесят.
что я хочу реально как бы взять накопительный вертолет. Все, в общем, копим деньги на вертолет и просто летаем, взрываем все нахер. Может не брать напарников, тогда игра будет непроходимой. Монокопицкая жесткая. Серьезно, напарники просто берут и облегчают игру. Вон про того орла шла речь. Чего? Чтобы убиться. Охота, заяц. Отлично, здесь есть журналы навыков. Скоро их будут продавать за реальные деньги. Хера тут бабла. Вот здесь был магазин. Такс. Где дверь-то? Чего? А, тут прям горит ярким пламенем. А я не вижу. Какой же я молодец. Один вопрос, как залезать наверх теперь за вертолетом? Окей, вроде бы я все здесь нашел. Теперь можно лететь. Так, что дальше? Навыки, навыки. Блин, что покачать-то, а? Разблокирует возможность высадки с воздуха при быстром перемещении. Ага. Оно мне так нужно. Так я же качал это. Алло. Так как им управлять-то? А, то есть как блядь, не сказал. А, вот только сейчас сказали, окей. Мы расстреляем кого-то. Погнали, расстреляем нахер этих дебилов. Так, где это говно было? Во, вооруженный конвой в горах. Let's go. Мы их просто отымеем сейчас. Если я себя не отымею. Так, это друг... Это не то, что ли? Окей. Изи. Отсосали, да? Отсосали. $1000 пополнение боеприпасов, серьезно? Я только что нажал R. Я пополнил боеприпасы за $1000. Твою мать! Жопа! Теперь вместо башен, ангар с самолетами и вертолетной площадки. Да! Типа того, ну на самом деле может перемещаться по всей карте. Такс. Отправляйтесь в отель Grand View и используйте кассету Уити, чтобы привести в чувство пленника. Я сейчас там такую зачистку устрою, они обосрутся просто. Кто меня видит? А, я понял, где боеприпасы написаны. Посередине снизу.
хера себе, как дорого боеприпасы стоит, косарь. Я просто все деньги потратил нахер. Я сейчас эти деньги нахер отработаю. Я сейчас просто все спущу на них. Все бомбы мира просто. Воу! Да в смысле? О май гад, какая вам разница, что я покидаю зону? Кто делал это здание, тот гений. Я надеюсь, хоть это чуваки как бы не появились заново. Погнали, чизбургер. У нас тут, в общем, мудаки, их надо убивать. Чё, тихим быть? Remember, once you're inside, swap the tape and let the deprogramming run its course. Понятно. А, понятно, его тупо взорвали, да? Найс. Stay quiet, сказали мне. Ну, как бы, по субботам тоже надо быть тихими, да? У меня как бы... Вот, судя по всему, вот этим занимается. Соседи? Где он? О, чизбургер, нормально. Хорошо, тихо зашли. Пошел в жопу. Херка поставить трюм напарника. А, да, точно. Можно же было. Да не, они друг друга убьют нахер. Тем более, что эта бобина через 2 минуты будет доступна. Да ладно, хер с ним. Заодно это... Поубивает там, я не знаю. Повыполняет мне задание. Точнее, челленджи, испытания, как они там называются. Так где эти мудаки? Я пришел с дробовиком, и я чувствую, что вы получите по жопе сейчас. Полагаю, на самом верхнем этаже, да? Понятно. Миллионы ненужных записок. В смысле, а где он? Где мои напарники? Офигенно! Кстати, что ездят мортиры и машинганы, ну как бы... Перестанут подыхать, чуваки. Сядь, я не понял, а где Херк? Он не может прийти, да?
Куда они идут? С озера? Где озеро? А, с той стороны, да? Понятно. Понятно. Они долго будут у нас идти. Судя по всему, мы их должны выкуривать. Блин, а там получается много сообщений пропустил. А, Bloodlust from Inferno, sorry. Не убил твое сообщение. Как игра такое? Знаешь... Бесит больше, чем предыдущий Far Cry. Где они? Алло. Что происходит? Где враги? Чего? Ubisoft, вы как тестите свои игры? Где враги? Здание. А, то есть они просто забили, да? Сидят в здании. Окей, хороший скучелек. Понял. Они просто забили, да? Не стали нас искать. Шли в здание. Пошел в жопу. Еще и снайпера какие-то. Где снайпера? Классный снайпер. Стал. Напарник как-то прокачивается. Но можно сделать так, чтобы они быстрее рекаверились после того, как их убьют. Вообще вон машинган есть. Нормально там чизбургер мне сделал. Дело-то. А, понятно. Как мне туда попасть? Там же был, по-моему, машинган, нет? Мне показалось. О, найс! Капец, он живучий. Я, по-моему, видел здесь машинган, но что-то как-то... А, вот он. Ну, немножечко, как бы. Это он орёт или? Понятно, вижу. Hey.
Рип. Ну как бы изи, не почувствовал пацанов. Бабу с огненными выстрелами выносил вертолеты? А, у него огнестрел по умолчанию вроде как. И чё? Как бы завершение задания? Окей, немножечко осталось до первого босса. Only you. Нет. Ну тут как бы да. Блин, медведушка, это для тебя. Войти. Прям идеально подходит. Полагаю, меня зовут назад, да? Ну тут еще есть, в принципе, квест. Макс Кур Сталкер — это игра с душой и потенциалом. Far Cry делался для того, чтобы сорвать бабла. Что ты сравниваешь еще? Еще можешь сгонять сюда, наверное, сюда. Но как бы меня на задание сюда не звали, так что... уйти. Окей.